Додзё в карате означает место постижения пути. Свой юные ивановские спортсмены теперь постигают в новом тренировочном зале под крышей центра внешкольной работы номер 2. Увидели в нас перспективных ребят, которые мы можем выступать за данный центр. Сегодня мы прошло так, как торжественное открытие. На самом деле мы стали заниматься с мая месяца сначала. Ну вот, как так скажем, обосновались, и сегодня вот у нас торжественная тренировка, день открытых дверей. В клубе карате занимаются ребята с дошкольного до подросткового возраста. Тренер, а точнее сенсей, учит их азам этого непростого восточного единоборства. Карате – это не драка, а именно боевое искусство. Или даже наука, которой не одна сотня лет. Потому все занятия проводятся по стандарту, только на японском языке. Это стандарт. Вот есть в школе стандарт образовательной учебы, также и в карате есть стандарт, принятый не нами навязанный он, а он вот учителя, которые создали, мастера это. И проведя тренировки на японском языке, соответственно, при куда угодно в России, в мире приехать, ребенок понимает, ученик понимает вообще, о чем происходит речь. Независимо от том, какой родной язык инструктора, он проводит тренировку по стандартам. У карате нет возрастных ограничений, по крайней мере, в большую сторону. Ребенок же, начиная заниматься, должен понимать, для чего он это делает, иметь цель. Мне очень хотелось пойти на карате, потому что хотелось научиться защищать себя, родителей, маму, папу, бабушку, дедушку. Увлечь юного – задача наставника, остальное – дело рук самого новобранца. У каждого свой путь к достижению спортивных вершин, своя формула успеха. Не лениться. Ну и, наверное, это главное. Дисциплина еще нужна. Карате тренирует не только тело, но и волю. Дисциплинирует, учит быть собранным в любой ситуации. Для всех, кто готов самосовершенствоваться, двери клуба открыты. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.